Как только вы осознаете свою смертность, вы ни к чему не будете относиться смертельно серьезно, но будете стремиться жить максимально интенсивно. Быть смертным — это не просто понимание, но и осознание того, что жизнь является ограниченным отрезком времени. Единственный способ использовать ее максимально — это максимально увеличить свою энергию, интенсивность и вовлеченность в жизнь. Потому что время уходит. И тикают не часы, тикает ваша жизнь. Как только вы осознаете, что каждый миг вашей жизни уходит, у вас больше не будет времени на такие мелочи, как ссоры, гнев, обиды. Больше не будет времени на все это. Вы будете делать только то, что имеет огромное значение для вас самих и окружающих. Именно так должна строиться жизнь.